первом квартале произошел резкий скачок преступлений, совершенных подростками. Как ни парадоксально, но полицейские связывают это с их хорошей раскрываемостью. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество преступлений, совершенных подростками, увеличилось ровно в 3 раза. Всего 15 таких случаев. Но полицейские отмечают, что 8 из этих дел тянутся еще с прошлого года. На их расследование понадобилось несколько месяцев. Как только преступления были раскрыты, эти цифры тут же оказались в статистике 2017-го. В качестве примера я на память могу привести Приморский район, да, который значительно больше нашего. У них совершено, если не ошибаюсь, 8 преступлений подростками. Ну, понимаете, да, что такой огромный район и 8 всего. Еще раз повторюсь, это зависит только от того, раскрывается ли преступление. Можно это было не раскрывать, и у нас была бы замечательная маленькая цифра. В районе живет 2 молодых человека, которые из последних 15 преступлений совершили 9. Их правоохранители в общей сложности ловили уже не раз то за кражу, то за наркотики в кармане. Руководитель колпинской полиции, говоря о преступности несовершеннолетних, сетует на несовершенство в законодательстве. Вместо того, чтобы криминального подростка арестовать, суд наказывает его лишь подпиской о невыезде. А он, отделываясь этой временной мерой на период расследования, чувствует свою безнаказанность.